давай. Где у нас тут кровать обоссана? А, она вот здесь. Блин, тут карта, кстати, очень такая. Алмазы через. Давай сразу тогда строиться, лутаться и строиться мгновенно вон туда, хотя бы до алмазов достроимся. Я тебе уже говорил, что я на центр не пойду. До алмазов, говорю же, а не до изумрудов. Ты хочешь сказать, что это не центр? Нет, это не центр. А, ну, понятно. Так, ты наш... А, замечательно, ни железа нифига нет. Ну чё за карта конченая? А, ну давайте... Давайте я сейчас упаду еще. Самая конченная карта. Это вот забираться на корабль этот надо, паркурить все время. Ну, конченность просто. Чувак, если чё, железо это не забирай, я сейчас залутаться хочу. Ну, на центр сам тогда пойду. Попробую хотя бы пойти. Чувак, блоки обоссанные нету. Так. А, замечательно, жители здесь. Так. Я там ресурсы скину, если чё. Фак, 12 золота, я твой рот наоборот. А, ну, давайте я воду упаду, он же так нравится, да-да-да-да-да. А, еще сколько раз игроков? Давайте. Сколько игроков, Арсений? Много. У синих вообще только один. А, ну, давайте. Сука, вообще невозможно забраться. Замечательная карта, просто 10 из 10. Даже, так, даже я невозможно первый... забраться. Я первый пришел. Какого хрена у нас алмазы тут делают? Это ты выкинул? Да. Сейчас, чувак, я залутаю еще, короче, принесу 8 ну этих саней. Классная карта. Че? Карта замечательная просто. Угу. Ты ресурсы просрал? Да. Замечательная просто карта. Чувак, это просто ты паркурить не умеешь, и все. Карта просто замечательная. Корабль, еще туда запрыгни, потом еще тут попытайся пройти. Ну поставь пойдёшь. Блоки и все, и насилуй голуби. Че ты голуби-то насилуешь? А, ну, да, дырки. Я, короче, налутался ресурсов и просрал их, потому что там дырка была просто. Потому что карта просто конченая. Смотри, чтоб ты сейчас, чтобы вот для, чтоб ты вот нормально играл, смотри, я для тебя специально проход вот построил. Фига, вот я уже сделал. Ну, побольше, чтобы точно не промахнуться и не упасть никуда. У тебя есть железо? Нет, я есть. На все железо построил вот эту санину. Есть у нас железо, 54 штуки. Короче, командные какие-нибудь там броню и этого. Вот 8 там алмазов на нужно. Вот в этом другом жителе прокачивай, чтобы у нас на всякие что характеристики. Я спрашиваю? А не где? На ресурсы, на алмазы. Алмазы вон на том острове. Mm-hmm. Ну принеси, тогда прокачаю. Железный меч увеличит скорость появления железа, золота. Чувак, может это нам надо? Вот чего здесь обменника нет, а? Аутисты просто, которые это делали. Серьезно, я просрал ресурсы, но еще ни одна команда не построилась. Если мы грамотно здесь Алло, будем играть. Алло, строится типа. Да-да-да, вижу, ибо вижу. Лук. А лук сейчас я организую, только в воду опять упал. Замечательно, просто, шикарно. Завораживающе, превосходно. А, и, естественно, у меня золота не хватает. Ну просто. Чувак, нам сейчас кровать могут снести. Чувак, охраняй кровать. Меня... Я приду лук, сейчас. Абсолютно... Охраняй кровать, я сейчас приду. О, отлично, у тебя лук появился. Сколько он стоит? Много. Застроился. А, да, было... да, все, замечательно, стрел-то нет больше. Все, это ГГВП называется. Так я бы его скинул. О, золото.
Чувак, готовься, сейчас к нам, возможно, он прыгнет. Все, 40 стрел, давай. Давай, стреляй, У стреляй! меня камера не дотягивается. А, ну, замечательно, давайте застроимся, вам же так нравится. Куда он делся? А, вон. О, завораживающе, превосходно. Че, упал, что ли? Да, Он да, да, упал, да. упал, упал, есть! Упал? Да. Сдох? Короче, чувак, вот я. На стрелы, две стрелы вот. Сколько у меня 21 штука? Чуть не сдох. Алмазы есть, может что-нибудь вкачать? Хотя. Сейчас, сейчас, я принесу алмазы еще. Сейчас Посмотри, что я за тебе сейчас эти, за скажу, уроды сколько мне вкачал. надо. Смотри, мне надо. Не тот. Мне надо 8 алмазов. Прослежу события плюс 50% алмазов. В смысле, это как? Че? На, у тебя два алмаза, Арсений, на. Давай, давай, давай. А, по-моему, это мало. Только два там было. Да, точно, еще два надо. Так, никто не строится. А, он сейчас спокойно по этой дорожке может подойти к нам обратно. Ну, если что, надо обстреливать просто его. Может, я попробую снести, хотя у меня кирки нету, как я сейчас снесу-то. Я тебе могу подарить. Ножницы зачем? Шесть, чтобы быстрее ломать. Блин, я не дотянусь, к сожалению. Я бы сейчас эту синюю дорожку подстриг бы с удовольствием. А, как он построится? Он же там вот этот хрень сделал буквой Г. Понятно. Так, чувак, я изумрудов много купил. Чё за звуки? Погиб кто-то. Я не про это. Не знаю, я не слышал. Так, Арсений, у меня 11 изумрудов и сколько? 3 алмаза. Нужно посмотреть, чем за них можно прокачать. Дай это, если у тебя есть алмазы, кидай. На. Давай. Сейчас вкачаем. На 8 золота. Броня. О, 6 изумрудов. Так, надо еще 5. Нет, еще 4, чтобы броню вкачать. Чувак, возьми изумрудов, качай себе что-нибудь. В том другом жителе. А в другом? Там алмазная броня, посмотри, я тебе сейчас подкинул это. 6 изумрудов. На. Качай себе броню. И чё? А, понятно, только ноги. Скинь мне изумруды все оставшиеся, сколько там? Да. Так, чё там Три то. наверху? По-моему, нормально всё. У меня ещё блоки остались, в принципе. Он же сверху не сможет никак ничего сломать, вот это вот деревянное. Деревянное нет. Чувак, смотри, тут кроме блоков можно купить дерево или что-нибудь другое. Тогда ломать будет сложнее. Не только этим застраивай. Попробуй деревом застраивать. Дубовые Будет доски, что эффективнее. ли? Да, это будет эффективнее. Типа один слой этого, другой слой этого, потом еще какой-нибудь слой сделай. Блин, я боюсь этот сундук застроить. Так, я еще попробую залутаться еще. А, там аутиста, что ли, вижу? Нет. Блин, серьезно, еще ни один игрок, походу, не построил. Точнее, ни одна команда не построилась. Тут паутина обоссана, правда, на центре. Она мне очень сильно мешает. А синих нет, все, он вышел, кстати. Синий? А, Да. yes. Ой, желтый пришел, все, Куда, очко. куда, куда, куда? К нам. Нет, не к нам, на центр. Хер ли ты меня тупуешь-то, а? Но немного успел залутать. Так, чё, по ситуации? А, не, к нам идет, к нам! Не, к нам, на центре его. У меня такое ощущение, это все ГГВП, короче, потому что мы. Это ГГВП у меня сейчас будет. Не, убил! Обоссаться! Сколько Фух. зелья стоит? Я домой А, иду. допустим. А, ну тут только спит и прыгучести, замечательно. Это у меня так нос шипит. Фига себе. Четырнадцать, 30, 12 секунд. Чё 12 секунд? Алмазы. Для чего?
А, я пока эти Я золото получу. попробую, короче, Ой! взять алмазы, попробую рискну своим очком. Бегу! От кого? Арсений, возьми ресурсы, ресурсы я могу Так я сдохнуть. взял все. А. Это... Нет, 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 тут возьми, меня сейчас убьют. Чувак, это меня сейчас убьют. Все, не кидай, не кидай, не кидай. Я пошел. Все, взял все. Я железо не взял. Меня сейчас убьют. Нассать. Быстро, быстро, быстро. Беги, беги, беги. Я Все, все. нормально. Я сейчас попробую взять. Это аутист стрелял стрелами. Да ты что? Так, изумруда 10, алмазы 5. Вот, блин, 5 алмазов. Я могу броню. А я броню себе. А, нет, я. Купи себе это меч, 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 броня. Меч купи У себе меня за есть. изумруды. И нет, хороший. Скинь мне тогда изумруды. А какой? Тут 4 изумруда. На. Ты аккуратно так это выкидывай. Это типа навсегда. Или не навсегда, покупка успешна. Так. Оружие. Лук 6 изумрудов, но у меня столько-то нет. Там что-нибудь еще прокачивать надо бы на самом деле. Ну так алмазов все ноль. Ну я попробую сейчас посмотреть еще 50 что-нибудь процентов, там. но это нам не надо. Все члены вашей команды получают ауру ускоренного копания. Зачем? Так, броня. Ловушка. Нам бы ловушку это сделать. Давай два алмаза. О, все, слил желтого. А, зависло все. А, нет, он сдох. Фух. Все, теперь с этим мечом я точу просто. Так, Но мой паркур. все, давай, 14, 13, 12 секунд. Я, короче, приду за алмазами. И это, все, прокачаю сейчас эту ловушку, короче говоря. Угу. Я, короче, лутаюсь. Чувак, у меня топовый лук, я теперь могу спокойно это. Ой, топовый меч, я теперь могу спокойно убивать аутистов. О, два алмаза. Все, чувак, изи. Чё к нам идут? А, нет, это ты, фу. Ты хрен меня так пугаешь, я из-за тебя чуть не упал. Я все сейчас ресурсы всрал, чисто все абсолютно. Так, все. Ловушку сделал, короче. Сейчас нам, Да, короче, будет блядь. сирена потом выйти, как это, от эректора. Типа что, к нам приближаются. Да. Что еще есть? Лечебный колодец. Все игроки в радиусе 8 блоков от вашей кровати попадут под действие ауры дегенерации. Действуйте. А, действие завершается, как только в указанном радиусе не остается ни одного игрока. Слушай, надо регенерацию купить. Мне надо один алмаз всего надо. На-на-на-на-на-на-на. Да, я тебе еще что-нибудь скину. Давай. Вот два алмаза. Я посмотрю, что еще можно купить за это-то, за изумруды. Все, короче, теперь Так. можно хилиться. Командное улучшение лечебный колодец закончило свое действие. А где? Языка. А где? Чемника. Где он вообще есть? 10 алмазов. Чувак, 10 алмазов нужно. На, вот я Что тебе там? скину ресурсы. Посмотри, что-нибудь еще купить Секреты? интересное. Все ресурсы тебе скинул. А что ты мне скинул? Ого, 7 изумрудов, нифига. Да, посмотри, что там можно вкачать общую команду. В общем, тут, в общем, только за алмазы. Ну, а еще что-нибудь за изумруды, посмотри, может, что-нибудь годное будет. Можно палка откидывалка, короче, жемчуг Эндера, ведро воды, динамит, губка, золотое яблоко, яйцо спавна железного голема, нифига. Мне как... Ой, ну все, я сдох. Чувак, мне как раз некуда это тратить, железо. Оба! Ну все, я сдох. О! Да. У Молодец, меня до красавчик. Я хрена пойду. просто железо. Так что я сейчас это... Еще одного. Там уже как... Так, чувак, можешь мне организовать лук и несколько стрел? Ну чё ты подыхаешь, аутист? Он подыхает. Ну это норма. Но он аутист просто. Во, наконец. Я спас его. Можно еще Это все. третьего взять. Их всего три можно сделать. Сделать третьего. Чё? Чё было? Да. Этот аутист, дегенеративное дерево сейчас упадет. Этот аутист дегенеративное говно. Вот именно. Сейчас Я в упадет. сундук скинул все ресурсы, если чё, это да. Вот Арсений, если чё там. А, меч, кстати, исчезает. Меч исчезает, поэтому не подыхай. Пофигу. Самое главное, что у нас броня вкачана и оружие. Еще что-нибудь вкачай там, что возможно. Так, Старайся, алло, у чтобы. меня один алмаз только. Там еще алмазы залутай тогда. Я хочу блоков купить и А построить к этим, чтобы. сколько минут, секунд?
16 секунд, сейчас. Чё-то все сидят, это, и все. Они на центре, там на центре, на Плюс центре. 100 алмазов, это как? Сколько? Все, 3 секунды, я пошел. Я попробую к синим построиться, чтобы залутать у них алмазы, если А им, я не конечно, понял, а доспавнят. что значит плюс 100% алмазов? Ну, типа, в 2 раза быстрее, походу, будет. Дегенеративное говно. Так, Сука, железная сёк. печь нам не надо, бешеный шахтер не надо, броня не хватает. Все игроки в радиусе от вашей кровати попадут из медленного компания. Действие завершать. О, нам надо вот это скачать, получится. Они, короче, медленнее это копать будут. Кто? Ну попробуй. Молчистый. Я попробую сейчас еще алмазы залутать, Сейчас я если точно есть. пришел. Все игроки в радиусе 8 блоков от вашей кровати попадут под действие ауры замедленного копания. То есть мы тоже, но нам, в принципе, насрать. Действие завершается, как только указано в радиусе, не остается ни одного игрока. Вы что, хотите сказать, что это каждый день надо покупать, что ли? Это бред. Неодноразовый тип, Что походу. на золото можно купить вообще? Ну, супер лук, допустим, я купил. А вот это говно я выкину. О. Так, резко, короче, вот это все сложить. Так, что за звуки? А, это аутисты ходят, все нормально. Так, сколько секунд? 7 секунд, я пошел. Стреляешь? Да я не могу тут это аутистов убиваю. А. О, 3 алмаза, ништяк. Короче, знаешь, это как это, Assassin's Creed, Far Cry. Короче, прежде всего Я прокачиваешь все, сейчас что... сдохну, тут не хочет попадать это. Все, что нужно, сначала вкачиваешь, а потом, короче, прокачиваешь уже вообще все. Так что пофигу. Так. Вот ты мне нужен. Так. Золотая печь увеличит появление железа и золота на вашей базе на 100%, которые не нужны, в принципе. Мы же вроде Так, у как на золото меня вот тратим. 6 алмазов. Сколько? 6. 6 алмазов. Нужно Итого хоть? 9. На 9 алмазов я могу купить целое ничего. Золотую печь могу купить. Надо, короче, 10 алмазов, и я тогда прокачаю броню. 10 алмазов у тебя сколько? У меня 3. На. 16 секунд. А там 50% вроде алмазов дается. 4 секунды, я пошел. О, 13 секунд, чувак. Сейчас сотка алмазов будет. Так. Один из алмазов. Хорошо, замечательно, превосходно, отвратительно. А чё, аутист, решил построиться, да? Решил построиться, аутист? Homo autistus. Сука, у меня стрелы закончились. А, ну завораживающе превосходно, я попал в паутину, я, кажется, сейчас А, сдохну. тут прикинь, короче, теперь быстро прям спавнятся алмазы. Да? Да. Молодец. О, плюс сто Я сейчас процентов сдох. изумрудов сейчас будет. Через 5 минут. А что это? Ну, типа, они охренеть, как быстро будут спавниться теперь. 15 секунд. А, что 15 секунд? 15 секунд и резаются алмазы. 11 этих изумрудов у меня, Арсений. Если есть что-нибудь топовое купить, то купи. У меня 14. Ну, там уже нечего покупать. Нам сейчас самое главное это прокачку делать. Ну-ка, я рискну. Чего, простите? А. Я его свалил зато. Кто, аутиста? Да. Красавчик. Я сейчас пойду на центр, буду отбивать Это знаешь, центр. как Все ресурсы. называется это... Лохагейство? Нет, ценой собственного очка. Ну да. А, у нас же ресов до хера и больше. Ну-ка. Так, а, лук А вот. кто остались? А, остались зеленые, а красные это мы. Остались желтые и зеленые. А где зеленый-то? А, они, походу, там лутаются. Они даже. Они даже. Все, отлично. 2-4 стрелы есть. Все окей там, да? Так, броню... Ну, броня у меня вкачана почему-то по стандарту уже, ну ладно. Наверное, из-за улучшения.
Короче, чувак, если что, можешь купить и тут идти ко мне на центр и залутать изумруды, чтобы купить себе топовый этот лук. Нифига. Мне Так тогда он. там в нем толку нет на самом деле. Сила там три Да вроде. пофигу, зачем? Если Сила мне один, лук откидывание нужен один. только, чтобы сваливать их. А там даже откидывание не надо, чтобы их тупо свалить. О, вижу аутизм. Тебе помочь? Да, постреляй в него. О, работает откидывание. Стреляй в него. Аутист сказочный. 3,8 сердца, блин. Прорисовки на него не хватает. Так, 5 алмазов. Так, Арсений, давай, а ты не видишь? Нет. А, ой, ты же на экстрим не можешь поставить. Так, командный пидор. Давай, что мне можно прокачать? Ну, допустим. А, все, я всрал ресурсы. Ну ладно. Бывает. Упал? Ай, да, упал. Скинул меня аутист. Если что, это иди на центр. Там отстрелюсь. Я сейчас У подойду. меня, короче, тут идея, короче, вот здесь вот застроить все. Тут же можно строиться? Да. Ну все, короче, смотри, тут. Чё? Стреляй, ути, стреляй. Я сейчас подойду. Я ж А, подлагнул. ну-ка. Я как бомж сейчас буду ходить без лука. Сасный сас! Что, Он упал? почти упал, чувак! Он на краю стоял! У меня У тебя стрелы лук топовый? закончились. Или... О, они фаерболом кидают, обоссаться. Чувак, он почти упал, но вот совсем чуть-чуть у тебя оставалось. Ну это такое сосное сосо. Просто. Это сосное Да, лохогейство. все, стак стрел, теперь мне хватит на всю глубину жизни. Значит, у меня... Я могу что-нибудь вкачать сейчас? Ой, сейчас сольюсь, кажись. Лечебный колодец. Лечебный Черпи анальный, такой колодец, шеп возбуждающий. малафьёй. Малфит. Телешоу. Телемагазин. Малафит. Так. Я камикадзе! Я жив, Арсений, ты видел? Чувак, сколько фаерболов стоит? Сейчас посмотрю. Чувак, это просто обоссаться. Это просто такое обоссаться. Просто, я, понимаешь, меня стреляет, я уже лечу и Нас там прям это чуть-чуть попадаю в эту лестницу колодец, тебе обоссанную. надо это как его покушать, подлечиться. Так, а я не знаю, где здесь... А, походу здесь, что ли? Не здесь. Может, здесь Это, нет. знаешь, вот как легко и просто просрать 5 алмазов. Просто Как? покупаешь это обоссанный колодец, и все, дело сделано. А что за Я не колодец знаю, такой? он вроде ХП должен восстанавливать. Так, чувак, сейчас плюс 100 изумрудов. Короче, иди на центр, сейчас Опа! А просто кто лут. это у нас там бессмертный стреляется, а? Малфит. Чувак, помоги, быстро! Чувак, иду. Сейчас, только выкину ресурсы. Да, можешь уже не идти. А что случилось-то? Меня убили нафиг. Чем, луком? Да! Сейчас иди, короче, ко мне на центр, будем это Вы защищать, на потому что сейчас центр, мне только... нечем. Офтальмолог. А кто убил? Какая команда? Этот аутист, который стреляет без конца. Желтый? Нет, да. Железо, 40 железа, давай так. Вы не можете купить этот набор брони, так как у вас уже куплен один... Да, ну нах, правда, что ли? Ай, самый сладкий гамагей, гамагей, гамагей. Эти гамаги и так пугают, я не могу просто. И там ёрзают своими железными очками. Елдаками. Да. Так, сколько алмазов? Ой, я что-то мало. 3 алмаза всего. Чувак, там САС. Там большой, жирный, желтый САС, который в меня стреляет. Я отступаю. А, спасибо. Вот это вот. Жив? Да. Он меня
напнул нехило. Так, быстро, что мне надо? Лук мне надо. А у меня золота не хватит, да? Сворожище превосходное начало дня. Не с кафе, а с Малафи начинается. Позвольте себе... Наконец-то. Позволить. Что? Кофе со вкусом Малафи. Да. Позвольте себе позволить. Так, лук есть, 16 стрел есть, очень хреново, я иду на центр. Ну, Давай, помогай мне, Арсений, лутаться, из чего вы чисто стрелять? Отсоси! Я за алмазами пришел. Желтый идет. Идет? Ага. Я прям на центре стою, прям на самом. Но он не на центре. Ясь! Большой ясь, рыба моей мечты, я отступаю. Сколько хп? Все. Он просто чуть меня не скинул. Надо просто защищаться. Надо просто блоки быстро покупать и застраивать там все. Да давай быстрее уже, аутист сказочный. Зачем тебя только из больницы выписывали? Ну-ка, я успею? Малафит, Малафит, Малафит. Чувак, тут, чувак, 19... тут сказочная Малафия разлилась. Сказочная Малафия. Да. Чувак, что делать? В смысле сказочная Малафия разлилась? Ты просто... очень все плохо. Да что там? Тут это, да. Сас. Все, сейчас. Какой сладкий? Да, все нормально. Так, ресурсы какие нам брать, короче говоря. Так, сделать ступеньки здесь, чтобы братишка мог подниматься. Зачем, не знаю, конечно, ну ладно. Я не понял, этот аутист пытается стрелять, что ли, в меня? А, ну... А где он? Это в меня стреляет там, на центре. Стреляй, стреляй в него, стреляй. В анус ему стрельни. Сейчас. Только не сдохни. Арсений, только не сдохни. Ты построй сзади построй себе защиту, иначе тебя скинут могут. Сейчас. Сладкий сас, всегда понос у нас. О, тут траву можно ломать, все, это просто шедевр. Зеленого слоника. А, 4 стрелы. Попал? Почти. Сука, у меня хп мало. Есть! У меня хп мало. Сдох? Нет, я отступаю. Сейчас тут эту дорогу надо сделать. О, вот так. Малафит. Чувак. Арсений, в принципе, если ты хочешь помочь мне, иди просто на центр, потому что никто нам... Потому что тут аутист, его просто надо пострелять в него как можно больше. Я буду вкачивать броню. Мне всего 6 алмазов. Ты уже все вкачал, Арсений. В смысле? Ты все я уже не скачал. Все. Закаленная броня 3 еще. Я еще не все скачал. Это командная, которая? Да. Так. Фаербол. 40 железа! Изи вообще. Все, сейчас ему просто такая звезда будет. Ой, это мне сейчас звезда будет. Да, я отступаю. Ничего страшного. Не отступай! Сейчас там это будет... Отступаю! Иначе я сейчас сдохну! Я мать твой, Найр! Это кто стрелял? Это аутист! Он меня просто... Ты понимаешь, если бы это был реальный аутист, он бы меня просто убил. А так он просто затупил, и я успел сбежать. С ресурсами, главное. У меня это фаерболы. Я сейчас это сотворю Авада Кедавра. Давай, быстрей. А, это синий, что ли? Да ну нах, не может такое быть. Ну давай, остановись уже! Молодец! Молодец! Куда они полетели? Ай, фаерболы конченые просто. Где фаерболы покупать? Где скажи другое, мне? Другое, где командный золотое яблоко? Так, у нас есть железо? 40 штук. Я купил фаерболы. Давай, 200 грамм по 20 раз, давай, быстрее. Отлично, 4 фаербола. Ну, надеюсь, я их просру быстрее. Я их точно всру. А это что тут за стрелы летают? Это что от этого аутиста. Это аутистические стрелы, они всегда зависают. А как их стрелять в фаербол? Что ли? Как стрелять? Да, обычно, как стрелами стреляешь. Хрена ты там, магистр Йода. Они не выпускаются, ну чё за аутизм-то? Давай, тяжелая артиллерия пошла. Походу все мимо, я понял. Сука, ни один фаербол не летит в ту сторону, которую не надо. Что это за говно понос?
Так, я броню вкачиваю. Плюс 200 алмазов, Арсений, давай лутаться. Да ну нах, правда? Да, написано. Сыграл злого волшебника, Оз Свип Игнатий. Стрелы быстрее. Лично. Замечательно. Ты? Сейчас, Арсений, ВК 5 сек. Ты охренел. Вот когда ты входишь в ВК, нас всегда сносят потом. Абсолютно всегда. Зачем таким аутизмом заниматься, вообще не понимаю. Опа, нана. Сосны, макарон. Чувак из АФК, быстро, быстро, быстро из АФК, быстро. Да мать твою, ну быстрее из АФК выходи, а. Что, что? Ты всегда, когда выходишь в АФК, какая-то санина начинается. Ну чё произошло? Да чё, ничего еще не произошло, помоги мне, ё-моё. Что? Да быстрее помоги, я сейчас всё просру. Ты аутист сказочный. Вот знай, ты аутист. Чё ты угораешь? Ты аутист. Ты просто самый аутист. Когда больше в ВК не выходил? Никогда больше в ВК не выходи. Я не могу, я просто... Я так ору, я максимально ору, не могу, смотрю на него через зум. Какой через зум? Ты чё, дегенерат, что ли, а? Я ему говорю, иди сюда, помоги, он через зум на меня смотрит. Ну, я не знаю, а? Ну, аутист просто сказочный, зачем тебя только из больницы выписывали? Ой, я не могу, говорю, ну помоги же, твою мать, ты... Да чем я тебе мог помочь? Тебя бы скинули! Да какой я скинул, не скинул, если бы ты пришел, мы бы его уже застрелили! Так мне что, поссать, что ли, нельзя было уже отойти? Я ссать хотел, иди на голубе, пошел на голубе. Дай золото хотя бы, если стрелочек куплю. Да какой лук в это, в очко себе засунь лук. Наконец-то. Я уж не знаю, просто с каких сторон уже застраиваться, чтобы это не произошло. Я сейчас застрою тебе так, чтобы вот у тебя не произошло, да, эрекция. На голубя. Факта, что ты будешь делать, а? Ну застраивай быстрее, ё-моё. Застраиваю так, чтобы у тебя эрекция больше не было. Я не тебе. Так, и чё? Там это, изумруды. Ты идёшь, нет? Ща, оценю ситуацию. Какого хрена дождь пошёл? Хреновая ситуация. Так, 4 алмаза, значит 16. Чё? Не наша? Мы, нет, живём. Красная. Кого закончу жёлтой команды? А, ага, жёлтых снесли. А, этих сказочных аутистов, которые их из больницы выписали, да? Сука, я сейчас бы мог синих снести. Просто мы сейчас, если мы... Так, я сейчас это, отступлю, чтобы посмотреть, сколько там надо алмазов, чтобы броню ещё раз вкачать. Не, ну это нереально. Чё не? Там у них просто защита усилена. Ну все, мы, короче, просто сейчас все время, потому что просто мы как бы сидим на базе. Вот ты сидишь на базе. А один я с двоими этими накачанными аутистами. Ну я понял, что ты прокачиваешь, но я говорю, если вообще рассматривать эту игру, то мы с тобой проиграем, потому что эти аутисты, а у них деф очень хорошо, хороший. Хорошо, чувак, смотри, сейчас я беру, откладываю алмазы и иду их это дефить, все. Не, пофиг. Не надо дефить, все, я иду. Ты сказал надо, значит надо, все. Нет, я говорю, если нападать, то только вдвоем, и то у них какое очень... Какое вдвоем? Надо, чтобы кто-то кровать дефил. Сейчас я вкачиваю броню, ты сидишь на базе, я иду туда. Понятно, не вкачиваю я броню, короче говоря. Я укладываю все. Вон, аутисты, смотри. Где? На нашем. Что они там забыли-то, а? 23 алмаза, чувак. Быстро, Дэйв, короче, я сейчас все выл... Алмазы только выложу и все.
Дэв, я тебе сказал, ты... В какой-то сундук, зачем ты туда залез? Потому что я сейчас буду сзади тебя прикрывать. Что дефить-то? Куда дефить? Дефить можно и кровать, здесь. Дэвь. Они не пройдут через это место. Так. Стреляй, стреляй, Вовути, стреляй! Отлично! Это что сейчас было? Ты это видел? Он телепортировался! Что? Он сейчас... Как? Я видел, он только что упал. Вон аутист, там... стреляй, вон аутист стоит, там... смотри, вон стреляй в него. Замечательно. Как... Какую команду не снесли? Быстро, отчет. Зеленую, где зеленая? Зеленая прямо. А и правда, где зеленая? Прямо по курсу, да? Да, но там у них все застроено. Арсений, стой, а, ты хочешь кирки идти? Нет, подожди, сейчас. Сейчас все... Ну вот, я тоже говорю, кирки нету, ни у меня, ни у тебя. Все, сейчас все. Настолько будет. Ты самое главное, дэйв кровать. Все, больше тебе ничего не надо. Вот иди на вот эту вот песчаную хренотень. И это, и дэйв там, где алмазы. Все. Чтобы уж точно их не подпустить. Чувак, на золото. Зачем это? Купи себе на золото кирку. Или лучше еще на какую там. Я кирка. Самую классную золотую взял. И деревянную возьми, и ножницы тоже, все возьми. Да не надо мне оружие. Хотя, может, и надо. Я по стелсу буду действовать. Все, идите нахер. Все. Так, значит, это я вот сюда делаю. Ага, все, четко. Я пошел, короче, ты Дэйв, где алмазы, все. Это самое главное. Я понял. Дэйв. Ну, давай, погнали. Сейчас будем просто невозможные вещи делать. С твоим голубем. Во-первых, на паровозике Томасе его катать. У меня сейчас закончится стрела, надо стрелу взять, срочно закупиться. Так, это я зря, конечно, сделал, ладно. О, он меня стреляет. Отвлекай. Так. Отвлекаю. Води. Сейчас закупаю стрелы и иду на эту вот санину. Главное, чтобы меня на эту санину не сбросили. Так, зеленые сидят. По стелсу действуй, по стелсу. А хрен там, они там все сидят на базе абсолютно. Мне, конечно, помощь не помешала бы. Хотя, насрать, ладно. А, это желтый, обоссаться, там желтый еще играет до сих пор. О, фак, фак, да логик. А, у него алмазный меч, все, мне хана, да, я понял. Если бы не алмазный меч. Я же говорил, чувак, то, что одному это нереально. Но вдвоем тоже нельзя. Смотри, короче, тогда надо действовать по плану, чтобы мы остались один на один, понял? Да какого хрена он не простреливается? Так, так, так. Чувак, можешь эндерперлы есть? Есть. Они стоят 4 изумруда. У нас есть 4 изумруда. Просто, чувак, давай. План капкан. Когда они будут где-нибудь на центре, то сразу это... План капкан. Чувак, надо, чтобы мы остались один на один. Надо желтого. Что, чувак, я слил. Не-не-не, я убил, он упал. Желтого? Да, не-не-не-не, кто-то упал. Я не знаю кто, но короче, кто-то упал, тупо... мне сейчас на меня напал. Зеленый, желтого, короче, сноси, самое главное, все. Так, инструмент еще раз. Все, в принципе, мне больше ничего не надо, вроде как. Так, 12 зо. А, ну, да, конечно. Не, лук нафиг не нужен на самом деле тут. Тут когда уже ва-банк идешь, тут лук не нужен, абсолютно. Вот, все. В смысле разрушения кроватей? Чувак, 3 минуты и все. Тогда стой. Давай жить. Тогда живем просто. Просто живем, Арсений. А, тогда лук надо взять все-таки. Чувак, стой. Возьми ресурсы, я тебе скинул. Мне нужно только золото. Только золото. А, ну замечательно. А, все, нормально. Короче, я покупаю самый бомжарский лук и все, и насрать. А, у нас же големы еще на базе. А у них големов нет. Есть. У них есть. Нет големов, я видел. Я видел только, что у них нет големов. Все, я слился. Считай. Понятно. А я в дырку упал, просто упал. Нет, именно просто меня толкнул, я именно в дырку упал. Хорошо, вот так я попробую дефить. Ну остановись дэфь, на короче. Месте, а, у тебя шило в жопе. 55 изумрудов, обоссаться. Да ну нах. Чувак, броню качай прямо сейчас броню. Прямо сейчас. А какую броню? Стреляет быстрее, там единственная броня, одна единственная.
Абсолютно. Там 30 алмазов нужно, 30 алмазов, у меня нет 30 там же алмазов. алмазы, твою мать. А чё я в него не попадаю, я не понял. Это аутизм, это Арсений, короче, одно главное... ХП, одно ХП, одно ХП. Прячься, прячься, прячься. Я спрятался, мне помощь нужна, но ты, естественно, как конченый дегенеративный аутист не придешь. Иду, иду, но у меня нет лука, как я тебе помогу? Я не знаю, просто жопой своей закрой. Как? Ты хотя бы просрал вещи или нет? Ты аутист? Ты в чат вообще не смотришь? Как, я не понимаю, я стоял, спрятался, абсолютно. Чувак, все, сейчас снесут. А, ты там стоишь? А, ну давайте в воду упадем, вам же так нравится, он так нравится, просто... Там алмазы я скидываю. Не надо скидывать алмазы, они... Арсений, требуется помощь с луком, потому что сейчас этот аутист может на меня напасть. У меня золота абсолютно нет. Может, в сундуке что-нибудь есть? Отлично, 25 золота, все, шикарно, просто. Арсений, сейчас нападать буду. Сейчас, покупай лук. Уже есть, все. Сейчас меч возьму только, попытаюсь. Нет, не возьму уже, скорее всего. Ну, хотя бы деревянный. Все, иду, уже иду. Если что, вкачай, и вон я тебе алмазы скидываю. А что там вкачивать? Хотя, не-не-не, давай ты, короче, с луком идешь сюда. Аккуратно здесь все делаешь, даешь мне алмазы, я пойду вкачивать на. Броню. Давай, скинь мне алмазы. Сейчас, на. Быстро, двигай. И что, и где? Разрушение кровати, 7 секунд. Они аутисты! Желтый до сих пор живой! Как? Все, Арсений. Все кровати уничтожены. Фак, все. Все, я прокачиваю нам броню самую. Все, прокачал. Защита 4, все, Арсений, так. Что-то еще купить можно. Чувак, помощь, желтый идут. Идет желтый, уже здесь. Отходи, отходи! Чувак, я не могу в дырку пройти, все, мне хана. Я ничем не мог помочь, Арсений, ничем даже прийти. Алмазный меч ничем не мог помочь, абсолютно. Чувак, он просто урон не проходит. Помогает спавнить быстрее, хрена чего. Ты издеваешься, я сдох, кровать сломали же. Чувак, ну все, меня двое бьют, Что это за аутизм? Просто один пришел, потом второй пришел. Что это за лохогейство? Почему это? Что выиграли, это за аутизм? Понятное дело. Че, куда пойдем сейчас гамать? Ну блин, ну вообще прям классно. Меня прям затянуло Бедварс. Прям так за. Здесь будем, может давай квадро попробуем? Ну давай. Или соло, давай соло так, попробуем. Не надо, соло это по одному. Ну мы будем как бы две разных командах, но мы будем мы союзники друг друга. Я другу. Понял, давай тогда. Давай, сейчас, секунду. Так, место вашей группы, количество активных серверов 1, 12, место вашей группы 1, это... А чё, ничего не происходит? И чё? Так, ладно. Сейчас, секунду, погоди. Включиться. Сейчас, секунду. Я новый лидер теперь, прикольно. Сейчас, погоди. Так, хаб. Как там? П-кре-креет? Ага. В смысле, покреет? Так, чё потом? П-инвайт или что там? P-invite, Pigeon, Arsene. Так, давай квадру. Сейчас такие конченые дегенеративные деревья попадутся, я просто не могу. Чувак, ну смотри. Мы всрали, потому что против нас играли аутисты. Ну логично. Нет, ты получается просто это сдох тогда, просто тебя забили, да? Я ору тебе, потом это, типа он... идет желтый. Я его обстреливаю, он нифига не откидывается. В итоге он, короче, бежит на меня, я тебе ору. Это что он на меня бежит, и ты в итоге АФКаш.
Опять через в этот зум на момент, я это. в этот момент, чувак, пытался прокачать что-нибудь. У меня лука не было, чтобы отстрелять. Я же пытался Я ж что-то видел, что у купить. тебя Я купил алмазный меч меч. был. Я алмазный меч купил, по-моему, в тот момент, когда тебя начали убивать. Потом я заметил, начал идти ко мне, он появился из ниоткуда, я его начал бить. Сначала появился желтый из ниоткуда, я его начал бить. Потом появился зеленый из ниоткуда, я его начал бить. Не, как получается, сначала желтый начал меня бить, я его бью, бью, бью. Он куда-то убегает, потом появляется зеленый, его тоже бью, 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 но он меня убивает. А А ты так бы заметил, без что там меча я бы только один ничего не зеленый успел бы сделать. пришел? Да. Ну, сначала желтый один пришел, единственный, а потом этот. А Ну, это второй такой зеленый где лутизм, был это тогда? просто. Второй зеленый, не знаю, либо на центре, либо на базе своей. Но они сначала по какой За что тактике играли? голосуют? Они, короче, Чем вы? лутали алмазы, а потом они А, начали за лутать мельницу, изумруды. короче, голосуют все. Слышишь меня, Арсений? Шо, да, слышу. Что сначала они алмазы это лутали, а потом они начали изумруды лутать. В итоге они выиграли. Я надеюсь, у нас тоже аутисты попадутся, которые умеют закликивать. Это А так хорошо всегда будет. получается наоборот. Аутисты в других командах, а у нас просто раки обоссаны. Так, что у нас по никам? Тут сразу же можно что-то выяснить. Ну, слушай, не так все плохо. Ага. А, вот. Так, что у нас тут? Ну, смотри, желтых двое. У меня больше, почему-то все больше у меня вот зеленый какой-то страх к ним. Так что я сразу как тогда буду А мы что? кто? А мы красные. Красный, да. Красные Так. сосны. Они не знают, как это железо и прочее добывать. Вот аутисты-то сказочные, а? Нам такие раки, конечно, попались. Чувак, они даже не знают, как это лутать. В смысле не знает? На него Они лутать. на месте тупо стоят и все. Ну Если ты они. вот так вот по кругу ходишь, то у тебя к себе присасываются. Ну я стою. Я уже строюсь к центре, но я вот сейчас посмотрю, и по-любому кто-то будет строиться с противников. Да, вот уже зеленый строится на центр. А где Молодцы. эти конченые? А, сзади. Да, там машинка какая-то обоссана. Машинка? Турун, тун, 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 тун. Что тут он? Ну, это машинка. Это обязательно с песенкой должно ассоциироваться. Какой песенка? Паровозик Тоби. Ну, не А. Тоби, этот самый. Кто? Ну, Томас. Томми. Да, Томми. Что? Паровозик Томми. Не паровозик Томми, а паровозик Томми. Я сейчас все время думал, что его Томми зовут. А он Томас. Ни хрена у нас как лагает. А, у одного кого? Миралубаи, у него вообще пинг хреновый. Смотри, у Да. нас в команде вообще хреновый пинг у всех. Ты на желтых посмотри. Чё? На желтых посмотри. Чё желтых-то? Ну ты посмотри просто. Ну а где? Что смотреть-то? Да в табе посмотри. Ну и что? Один. Ну, я же тебе сказал, сначала было два, сейчас ливнул один уже. Это вообще просто. Хватит тыкать. Я так ору просто. Чё есть? Железо надо. О. Допустим, я кирку куплю. Так, вы на центре? Ты шутишь, что ли? Наши. Я чуть не упал из-за аутистов наших. Чё это за аутист? Почему они нормально не могут построиться? О, Ой, сейчас кажись, здрасте. к нам. Я, пожалуй, свалю отсюда, потому что никто не остался. Да, я, пожалуй, свалю. Это самое будет логичное это решение с моей стороны. Есть где-нибудь верстак? Я это тут это сладкий хлеб хочу скрафтить. Нет, тут нет верстака. Плохо. Мне, в принципе, больше даже ничего не надо, потому что золото у меня, да, хреново все. А, у кого-то там HD скин, да? Чё, Чё, я крылся? тебе по лицу тыкну. Стыхует тыканье. Кого-то затыкали, короче Ты говоря. видишь это объявление от Рич, видишь, красным Ага. где? А они тут играют, что ли, Максим? Или нет? Нет, там нет.
Ну, просто со стороны это выглядит так аутистически. А, 12 еще золота надо. Ой. Сколько тебе алмазов нужно? Один. А, нужно сколько? Нужно дофига и больше. Так. Так У меня просто... наши... На, Арсений, я тебе все кину, только дай я себе блоки что-нибудь возьму, железо там вот. На, вот. Застрой кровать, а. Чувак, давай ты дефом будешь заниматься, я пойду на центр. Хорошо. Я тебе скинул все. Хорошо. Наши... Сколько наш не ливну... Чувак, посмотри в таб! Я просто похлопаю. А где кровать? Он в мельнице? Да. Это просто такой сладкий сас. Это вот, чувак, Это вот такая я... эрекция сейчас будет. Все, иди нахрен. Ты где был вообще, на Может ли центре? в нем, чувак? У нас смысла здесь играть нету уже. Давай тогда это все время дуо, что ли, играть, потому что смысл тогда. Давай тогда это хаба начнем. Ага. Так, алло, время же будет. Ну ладно. Ты это вышел, да? Ну да. Не пишет, что мне пишет? Ваша группа добавлена в очередь на игру. У меня тоже. Чё, завтра Зинглиша не будет? Ну-ка. Пошел, уже второй человек зашел, никак не Чувак, нахожусь. погнали, короче, давай это пойдет, знаешь, куда этот? На этот. Да. Да, я очень внимательно тебя слушаю. Сейчас. Вимворд. Выходим? Да. А у меня VMworld запущен от видео? Да. Че, чувак, 5 сек.